Насколько реально сделать канал вообще без денег, не заказывая рекламу и другое продвижение? Сколько времени такой канал будет идти к своему первому миллиону просмотров? Перефразируйте свою задачу. Сколько времени такой канал будет идти к первому миллиону рублей? Потому что по большому счету миллион рублей не равно миллион просмотров. Вы должны поставить себе четкую и внятную цель. Например, если вы снимете видеоролик о том, как там, допустим, накормите чаек там слабительным, дайте там чипсы, пусть чайки поедят чипсы, и потом они сделают бомбежку всего пляжа. Это очень забавно. И даже вполне себе этот ролик наберет там, не знаю, 10 миллионов просмотров. А может и 20, а может и 50. Но вопрос, сколько вы заработаете с этого? Тут же вопрос, если вы хотите просмотры, то тут все предельно просто. Смотрите, что сейчас в тренде, смотрите, что сейчас в таком на пике популярности, делайте видео. Да? Вы раньше там, не знаю, там, могли там снимать ролики там, не знаю, про все что угодно, там, про эти спиннеры, помните, были спиннеры? Да? И ролики набирали там миллионы просмотров. Даже те, кто сделал первыми, они неплохо поднимали на продаже этих самых спиннеров. А теперь, где эти ролики, где эти каналы, где эти спиннеры? Ну, наверное, вон в каждом угле там лежат уже там от 2000 не бесплатно, да? Поэтому здесь весь идет формат того, что вы хотите. Это бизнес-канал. Это рубли. Либо ЧСВ. Это просмотры. ЧСВ – это чувство собственной важности. То есть, насколько у вас хочется, типа, а, у меня ролик там миллион просмотров. А толку от этого? Сколько вы заработали на этом? А заработали ли вы вообще? Ну, согласитесь, миллион рублей гораздо вкуснее, чем миллион просмотров. И поэтому от того, от правильности заданного вопроса зависит и результат. Что вы хотите? А теперь давайте ответим честно. Если вы хотите бизнес, то я думаю, что построить бизнес с нулем надо быть гением. Ну, просто потому, что в принципе здесь вам надо будет работать. Здесь надо будет делегировать. Ну, будем честны, вы, наверное, не дизайнер, не композитор, не оператор, не монтажер, не моушен дизайнер. И сделать, как раньше это можно было делать, да? И, в принципе, раньше любой контент заходил, то теперь вы, как зритель, уже предвзято. То есть, если вам показывают видеоролик с плохим звуком, то вы выключите. Если вам показывают с плохим видео, тоже выключите там, да? Потому что вы уже привыкли к хорошему, качественному контенту. И поэтому, если вы делаете канал, чтобы заработать миллион рублей, то это одна стратегия. И это бизнес. Насколько реально сделать бизнес-канал вообще без них, не заказывая рекламу и другое продвижение? Сколько времени такой канал будет идти к миллиону рублей? Перефразируем. Вы приходите в магазин и говорите, насколько реально сделать такой магазин без вложений, без рекламы, без покупки товара и без найма продавцов? Что вам говорят? 0,3. Вызываем 0,3. Правильно? Просмотры. Совсем другая история. Ну, давайте я вам на пальцах. Как бы я делал миллион просмотров? Я бы делал какие-нибудь на улице смешные вопросы. Либо там приколы на улице, да, либо там знакомые. Я бы просто взял бы условно там, покупал бы цветочки и дарил бы девушкам, да, с каким-нибудь там типа там условно, да, одну и ту же фразу там типа, девушка, а вы верите в чудеса? Она говорит, нет. Зря в себя надо верить, да, и цветочки, раз там, и эмоция, она была бы яркая. И, наверное, такой канал, он бы собирал бы просмотры, он было бы много, было бы интересно, допустим, канал бы там, допустим, там 100 способов познакомиться с девушкой. Вот эти способы, они бы дали мне просмотры, но дали бы они мне деньги, наверное, нет. И поэтому, если коротко отвечая на ваш вопрос, я отвечу так. Реально ли сделать канал без них? Да.
не заказывая рекламу другого подразделения. Если вот этот миллион просмотров, то да, а если миллион рублей, то нет. Это мое сугубо личное мнение. Поэтому, друзья мои, если у вас оно иное, пишите под этим видео.